Добрый день. Позиция нож для фаршировки овощей. Выпускается он вот в такой упаковке, полностью на русском языке. На языке производства Россия. Имеет вот такой внешний вид. Предназначен он для фаршировки картофеля, кабачков, моркови и других овощей. Каким образом это все осуществляется? То есть просто вставляется в овощ и путем надавливания и вращения по часовой стрелке крутим по производим движения такие. Получается вот такая спиралька, достаем, которую также можно обжарить или зафаршировать овощи.